копия на блюде. Могут быть неприятные люди, тебе лично противные, дебильные, ехидные. Или стукачи, их как море, потеют, создавая всем горе. Моральные мерзавцы, сраная плесень, поганцы. Поганцы. Могут быть с нами в окопе люди, как ландыши на том же блюде, которые просто нам неприятны, неказисты, роватисты, неопрятны. Себе человек религиозный, не бываешь пьяный серьезный, они воинствующие безбожники, а шмандовки безвольники. Как назвать человека в понимании, который на своем основании вдруг перешел на сторону врага?